За свою жизнь Север успел отсидеть в общей сложности 29 лет. Именно столько куполов и маленьких крестиков выбито на теле у авторитета. География его скитаний по местам не столь отдаленным впечатляет. Он побывал в исправительных учреждениях Владимира, Златоуста и Екатеринбурга, в СИЗО Костромы, Ярославля и Чепца. Список далеко не полный. Два срока Север отбыл в наводящий ужас на сидельцев всех мастей колонии «Белый лебедь», той самой, где оборвалась жизнь его кумира Васи Бриллианта. В 2011 году Север чуть было снова не отправился по этапу. Его задержали на московском вокзале в Санкт-Петербурге. Формальным поводом послужила проверка документов, которая плавно перетекла в обыск. В кармане у вора были обнаружены два шприца с метадоном. Север уже морально готовился снова отбыть за решетку и выбить еще один крест. Однако суд вынес ему условный приговор –